Кубок России по восточному единоборству дисциплины «Сёдокан» в Видном собрал свыше 900 участников из 32 регионов нашей страны. В составе сборной команды Московской области выступил наш земляк, воспитанник тренера Алексея Фролова Тимур Саядов. Все как никогда сложилось прям очень хорошо, так как все прошло без травм. Это тоже очень редко бывает. Все получилось задуманное. Естественно, не без ошибок. Были какие-то ошибки, над которыми придется поработать. Но в целом я доволен. Это редко бывает. По итогам соревнований молодой человек вошел в состав сборной команды нашей страны на 2022 год. В составе сборной России я был на сборах, так как у нас планировался чемпионат Европы. Вот. И мы там уже набрали хорошую форму. Затем сказали, что чемпионат Европы отменяется. И до Кубка России оставался буквально там полтора месяца. Я просто придержал эту форму, уже над своими слабыми местами поработал. И на Кубок России выступил в очень хорошей форме. Завоевание Кубка России – результат промежуточный. Теперь уже после Нового года, март-апрель, там Кубок Европы у нас в Сербии намечается. Вот. Потом у нас уже после лета, сентябрь, это чемпионат мира, который в этом году отменили в Ливерпуле. Вот. Ну и в конце года чемпионат Европы. Надеюсь, уже ковид не будет носить свои коррективы, и мы выступим на этих соревнованиях. В спорте главное работать над своими результатами и получать от них удовольствие. Ведь без этого любые тренировки и соревнования теряют всякий смысл. Анна Ерина, Дмитрий Волнов, новости из Искровект.